Сентябрь уже наступил, друзья мои. Сегодня 1 сентября. Погодка отличная. Солнышко светит. Парашюты летают. Народ гуляет. Кто-то забил на школу, кто-то вообще торгует вместо школы. Ну ладно. А может быть уже закончилось линейка, все разбежались просто туда. Пошли гулять. Ну и мы с вами немножечко прогуляемся. Не знаю. Куда? Не знаю точно, что планирую замерить температуру морской воды. Ну, чтобы у вас была информация, какова температура морской воды 1 сентября. Так, для хронологии, для истории. На следующий год будете спрашивать, а как в сентябре погода? А какая вода в сентябре? Вы там же спрашиваете, я думаю, на следующий тоже самые вопросы будут. Для статистики. Запоминайте. Запоминайте то, что я, как правило, не запоминаю такие цифры. Итак, температура воздуха 32,7 сейчас, а какая будет температура морской воды, мы узнаем дальше. Ну, естественно, подойдут, можно попозже. Я могу еще к Ольге подойти, на всякий случай поздороваемся. Ну, что расскажут. А Ольга беседует, ладно, не будем мешать. Добрый день. Дракон либо пошел на берег, либо пошел в море, не знаю. Жарко, жарко, хочу тоже футболку снять. И пройдем, продолжим с вами путешествие маленькое. Вот такая обстановочка на пляже. И людей, мне кажется, не намного меньше все-таки, знаете. Все-таки еще хватает. Тем более сейчас все поразбежались. Время обеденное, 13:01, как говорится. Сейчас самое пекло, но на пляже только самые стойкие. Либо самые подзонтиковые. Те, кто спрятались. Ну и блогеры иногда встречаются. Опять ребята с сапогами там летают. Да-да-да, блин, ну я далековато. А, хотел сегодня взять сап с собой, но потом что-то передумал. Лень мне с ним лазить. Вон там он не катается. Рядом с дракошем. Напоминаю, слово Феникс дает вам скидку аж 10% при полете на вот этом вот дракончики. Кто-то приходит, кто-то уходит, а кто-то лежит, загорает. Сейчас поставлю камеру и сниму футболку, потому что ходить в ней уже мне жарко. Так, как он готовит на зеленом. Поставлю камеру на синем. Скользит собака такая. Уж больно гладкая поверхность. Поставлю море. Не хочет он залетать. Отлетался. Я думаю, покажу вам, как он взлетит. А он просто приплывает вдоль парень. На сапогах скорохода. А дракона вообще оставили там в море. Ладно, пойдемте дальше прогуляемся. Где-нибудь там в гуще событий замерим воду. Хотя мне телефон с собой. Я боюсь, что я его забуду в кармане и утоплю.
Ну, такое бывает. Идем дальше замерять морскую воду. Вода отличная, прозрачная, хорошая. Надеюсь, теплая. Так, или дальше же ничего. Нет, ну давайте еще чуть-чуть пойду поближе к самому чистому поверхности некоторых пляжей. Пляжу. Точнее, не пляж. Пляж-то тот же, Лазаревский. Один. Маяку, короче. Вот так красиво пробывает катер. Парашютный. Разувай. А мы выйти? Тут флажки повесили. Наверное, чтобы не ходили. Как тут Санек бедный ходит. Это же его территория. Муж, как-то надо тут проходить. Да, по такой жаре ходить, конечно, не очень. Что, нагулялись? Давайте замерим температуру здесь действительно. А то мне лень уже далеко идти. Хочу тоже окунуться. Немножечко, немножечко. Остыть. Блин, тут везде людей так много. Все-таки надо было в технической зоне остаться. До маяка не дойду, наверное, метров 70. Ну, неохота мне туда идти. Я вот тут вот замерю сейчас. Итак, торжественный замер температуры морской воды сейчас состоится. Вода теплая, но здесь она чуть-чуть такая, не такая, как было утром, на всяком случае, не знаю, может, надо было стоило тоже подсмотреть. Термометр опущен, потихонечку остывает, ждем. Потом покажу. Раки уже носят. Ну, 29 вряд ли. 29 это еще не... это много. Чуть особо не хочет опускаться, если честно. Двадцать 6. Ребят, я не знаю. Я его не поверял. 100% гарантию дать не могу, но вот что показывает, то показывает. Шланчик этот, или как он там, в воде, как видите. 29,7, но мне кажется, все-таки это много что-то. По ощущениям. Хотя, возможно, я распаренный, поэтому мне так кажется. Ну, 29,6, чуть-чуть опустилось. 29,7. Я точно чуть-чуть подостыл. Показываю вам вот прям, чтобы не выставать, а 29,6, 29,7. Как-то так. Я бы сказал, даже кипяток почти. Может... Ну вот смотрите. Я сам не верю, если честно. 29,7. Да. Теплый очень. Да? Мне что-то не кажется, не может такого быть что-то. 29. Ну вот, как видите, 29,7. Все, спасибо. Так что у нас вода почти как воздух, горячая. Свидетели присутствуют. Ну вот такая вот лето у нас продолжается, несмотря на то, что осень. Погодка отличная. Солнышко светит, вода, сами видите, какая температура. Всем доброго дня, побежал я. Никак не ожидал увидеть такую циферку. Запомните, 1 сентября 29,7.
Кипяток.